Всех приветствую на своем канале. Особо приветствую, если вдруг, а я думаю, что вдруг, Фрика из Норвегии. Привет тебе, Фрик из Норвегии. Я снимала целое одно твое видео, правда, спиной в основе. В общем, это видео будет посвящено... Извините, что не в пижаме. Я помню, у кого-то было вопль в комментах, еще в пижаме снялась. Я, к сожалению или к счастью, не знаю, собираюсь в гости. Я проспала, потому что ночью проснулась среди ночи и решила поклинить 4 главу Судзуня. Короче, я вчера была в магазине в трех сетевом. Сетевом и не очень, с одноклашкой. И еще мы с ней постебались. Она, да, сними видео еще не только там про фиксик, но и атак и черный кот, который сейчас лабиринт. То у нас была такая сеть, не знаю вообще где-нибудь дальше Углича. Ну, в Ярике я как-то видела черный кот магазин, когда еще в Педе училась. Короче говоря, видео будет посвящено моим покупочкам в сетевых магазинчиках. Если вам это интересно, и вы любите пожрать, или не любите пожрать, или просто любите меня, а я к тому времени, точнее, в отместку вам люблю вас, мои дорогие подписчики и мимо проходящие, то приглашаю вас, типа, просмотр. Короче говоря, мы были сначала в фиксике. Сначала Лёля в фиксике купила, потом... А, нет, сначала мы заехали в черный кот. Он оказался работает до 8, и теперь он уже не кот, а лабиринт. И, в общем, я купила вот такие замечательные пакетики. Что-то за 34, что ли, рубля. Вообще не помню, откровенно говоря. Вот тут сок загораживает. Вот, обзор. Я как-то покупала, знаете, я вот... Когда за бабушкой следила, в смысле смотрела, да, ухаживала, я узнала случайно совершенно в магазине, где я обычно покупала пакеты с ручками для мусора, да, удобно так переносить, и лапки не пачкаются, если вы брезгля какая-нибудь, типа меня, что бывают еще пакеты, мешки для мусора с ручками, ну, значит, с ручками, с завязками, оказывается. Вот то, что я всегда думала, что-то с ручками, это оказалось с завязками. Я помню, продавцу сказала, говорю, мне бы пакеты с ручками. И она мне вот примерно такие же подала, я тогда в такой афиг впала. Она говорит, ну вы же сказали с ручками, есть с завязками. В общем, у меня теперь есть, помимо просто мешков для мусора из магнита, кстати, мешки для мусора из магнита на 60 литров 30 штук, покупайте лучше там. В пятерке я покупала, они такие противные вообще. Ну, в общем, они рвутся и непрочные, вот такие вот мешки. 30 с чем-то там, 34 где-то там рубля. Потом мне очень нужно было подставочку, подложечку, не знаю вообще, как я без этого жила. Теперь у меня есть. Потом мы заехали как раз в фиксик. В фиксике затарилась на 199 рублей. И сначала дико офигевала, почему свечки, которые мне казалось, 66-20 штук, стоят 99. Оказалось, это 40 штук и 99, а не 66. Ну, я думала, 66, и мы в машине еще с одноклашкой спорили. Она говорит, нет, я же лучше знаю, там чаще бываю в этом фиксике. Там цен нет таких 66, там есть 99, ну... Там еще муж ее постебался. Ну, короче говоря, вот так. Купила я вот такую ложечку. Кажется, она стоила 50 рублей. Я ее еще не юзала, специально не юзала, чтобы показать вам, как она еще чистенькая, новенькая. Ну, вчера, на самом деле, я когда приехала уже из гостей из магазина домой, то я практически сразу вырубилась, потому что я так дико срубила. Я тут все это выставила, зарядила фотик, думаю, сейчас засниму, и в результате меня вырубила. До 2 с чем-то ночи, ну, до 1:30 где-то. В общем, вот такая вот замечательная ложечка под ложечку. Я помню своей сестре когда-то на 8 марта или какой-то там праздник дарила мне, родня еще сказала, вот купи ложечку под ложечку, своей сестре ей надо наготовить. Тут я тоже типа готовлю и замучилась. То на крышечку, то на тарелочку, а тут специально такая ложечка под ложечку. Шикарно. Правда, было бы лучше шикарно, если бы здесь вот не было никакого рисунка, но вот в коте я видела, который теперь не кот, а лабиринт, несколько не то, что мне хотелось, оно было длиннее, но примерно то же самое. Вот если бы тут было ровно, гладенько, было бы еще шикарнее. Но, к сожалению, ровного и гладенького не было. Там на выбор было либо страшные ляпистые, не то оливки, не то не знаю что, либо вот такие перчики, похожие на морковку кривую, и не только на морковку. Ну, видимо, все-таки это перчики. Я не знаю, кто у них там это рисовал, от руки или машина. Потом я купила вот такой сок. Помните, люди, те, кто смотрели у меня обзор фиксика покупочек, там еще какая-то фигня была, типа пятерки, да? Вот я там рекламила такой сок. Вот тот сок, он был такой термоядерный, его надо было разбавлять водой. Этот сок уже водой не надо разбавлять, хотя в составе написано все то же самое, гранатовый сок и сахар. Хотя еще написано, что гранатовый сок восстановленный, пастеризованный с добавлением сахара. Ну и, в общем, сделан совершенно в другом месте. Это вообще Смоленская область, поселок городского типа, как Углич сейчас поселок городского типа, тоже стало, кажется, когда-то там Красный, бла-бла-бла, улица Глинки.
Ну, в общем, дом 34. Я, насколько мне известно, вот вообще чисто, если написано, что восстановленный сок, это сок, который добавили производители воду, лимонную кислоту и сахар. Но не все об этом пишут. Вот именно, я не знаю, что, есть ли тут лимонная кислота, но вода тут точно есть, потому что его разбавлять мне не пришлось. Хотя он, в принципе, вкусный и меньше осадка оставляет на чашке. В общем, если хотите соку гранатового, не особо так тратя деньги, допустим, тот же самый сок в магазине, разбодяженный водой, в разы дороже, то идите в Фиксику, покупайте такую бутылку, литр 50 рублей. Хотя там были и другие, те же старые бутылки, которые именно бодяжной водой, но я увидела, мне так захотелось, думаю, первый раз вижу, надо попробовать, в чем разница. И, в общем, вот такие свечки, которые я увидела, по цене мне казалось, что они 66. Я даже не глянула, что там написано цена товаров и рубль сверху, кверх ногами написано. Я что-то уже вспомнила, что, ой, блин, свечки забыла купить. Ну, тут оказалось их 40 штук, 99 рублей. Я 100 лет назад покупала свечки. Свечки мне нужны для аромалампы, которую я очень редко сейчас юзаю, а еще для фондюшницы. Фондюшницу сейчас юзаю чаще. Я там последний раз топила шоколад, который мне на Новый год принесли мои друзья на 1 января, после Нового года уже. Он был темный, с миндалем, этот восхищение, восторг, как он там. Короче, такой вот этот, полосочками, вдохновение его. Я его растопила, добавила молочка, добавила этой сахарной пудры, потом кураги и мармеладика. В общем, сейчас хаваю. И свечки, как раз у меня одна оставалась. Теперь у меня, как моя одноклассница сказала, на 5 лет этих свечек хватит. В общем, это у меня был фиксик. Я поставила будильник, не глянула, сколько времени, сколько я там говорю. И вот сейчас я перехожу уже, извиняюсь, если быстро и кто-то не успевает, но я встречала нескольких людей еще, даже когда я была в мотоклубе, наши эти призраки дорог, хрен знает, как они там сейчас называются, вообще живы ли они. Это было 100 лет назад, не поверьте, в 2004 году. Там был такой мальчик, который говорил еще быстрее меня. Короче говоря, теперь покупки из Атака. Атака — это что-то типа Ашана, филиал Ашана, ну, у нас он называется так. И когда я фиников хотела купить в фиксике, мне моя подружка говорит, тут типа 55, а там они типа дешевле, то все. И на развес, а если на развес есть, то есть типа это, уже вот такие фасованные. В общем, финики, тут, конечно, чуть поменьше, я вчера 10 штук сожрал. Ладно, извиняюсь, ушел. Не 110 рублей, мне вот это, весь вот этот стол обошелся в 350, что ли, я честно не помню, я даже на чек не смотрела. У меня где-то чек валяется. Короче, это финики, вполне ничего, 110 рублей килограмм. Тут у меня на 22 они с чем-то вышли, тут 200 с чем-то грамм. Ну, 200, да, грамм. Потом я увидела, как раз я еще тогда не знала, я еще тогда не доехала до дома, и я с одноклассницей возмущалась, точнее, я в основном была в шоке, как это я там за 99 рублей купила 20 штук свечек, казалось 40. Увидела за 92 рубля с копейками, грубо говоря, 93 рубля, 30 штук. И я-то думала, что вот эти свечки точно такие же здесь, вот, то бишь они вот такие вот толстые, это не два ряда, а именно толстые свечки, но потому что они горят дольше, они хорошие, их на дольше хватает. Ну, возможно, и эти дольше горят, в смысле, нормально горят. В общем, я увидела вот такие свечки, тут их 30 штук, и они стоили, грубо говоря, 93 рубля. И они вот такие вот, свечки, я помню, лет 10-15 назад в этом, в аптеке покупала. Ну и 15, может быть, в 2008 мне появилась моя первая аромалампа. Короче говоря, я тогда их покупала в аптеке за 5 рублей. Я не знаю, почем вообще свечки сейчас стоят в аптеке, вообще где их можно купить. Но раз я их увидела, а мне как раз надо было, то их, конечно, купила. Ну теперь действительно у меня этих свечек будет, ну не знаю, насчет 5 лет, но помню, что я давно не покупала свечки, возможно, и на 5 лет. 40 до 30, 70 штук свечек. Я купила, конечно же, про запас горчичный порошок. В прошлый раз, когда мы ездили в Атак с моей одноклассницей и ее мужем на машине, как было сказано, на машине же удобно, положил все и типа закупай побольше. Я тогда купила 3 пакета горчички. Горчичка там стоит 18 рублей 40 копеек, кажется. 200 грамм, соответственно, дешевле, чем в коробочках брать. Я, если вы помните, мою посудку. Правда, в последнее время я сейчас мою посудку тем шампунчиком, который мне не подошел, потому что куда его выливать? Жидкое мыло он никак не катит в пену для ванны. Это не та пена для ванн, которую я бы заюзала. Хотя я раньше, помню, юзала в роли пены для ванн всякие шампуни. Короче говоря, вот тут 18.11.2016 дела на 200 грамм. У меня на месяц где-то ушло, ну, пакет, наверное, горчички ушел, потому что вот у меня осталось сейчас из той закупки целый пакет и чуть-чуть, вот может одна четверть заюзанного открытого пакета. В общем, у меня теперь в запасе вот 4 пакета, потому что там еще один лежит. Горчички.
Мне очень нравятся вот эти ватные диски. Вообще, я считаю, что переплачивать за бренд, это надо быть дураком. Ну ладно, надо быть, не знаю, можно быть и не дураком, конечно, но суть такая, что я не считаю, нужно переплачивать за бренд. Они стоят сейчас 16 с чем-то, тут 80 штук. Я купила две упаковочки, они мне очень нравятся. Я уже вот как увидела этот атак, он у нас, наверное, уже год с чем-то открыт, да? И как я увидела вот эти вот штучки в атаке. В общем, они мне нравятся, я купила две штучки про запас, потому что у меня, не знаю, вроде бы заканчивается. Есть вата, там нет ваты, есть вообще ватные диски. Еще я там увидела макароны. Да, вот они уже заюзаны, я тут где-то одну третью делала, я вчера сварила их. Такие вот, цветочками, не знаю, не цветочками. Я их раньше где-то видела в пачках, а тут увидела на разрез. Ну, 30 рублей килограмм. Но я так понимаю, если бы это были вот эти вот каждый день их марки, атаковской, то, наверное, примерно то же самое, они бы и выходили в упаковке за 400 грамм, там, 12, что ли, рублей бы было, да? Вообще, я не помню, сколько тут у меня было. Но я что-то так увидела, думаю, повешать надо. Еще увидела, ну да, уже тут половина. Я 100 лет не покупала ее, не поверьте. Вообще очень давно, когда у меня еще сестра поступала куда-то в юридическую академию. У меня дважды юрист. Ну, в смысле, с двумя юридическими образованиями. И она сдавала экзамен, жила у меня, и мы там с ней лопали молоко. Ну, долго так. То, что готовить не надо было. Потому что мои бабушка и дедушка были в деревне, а она тусила со мной. В общем, мы с ней тогда лопали молоко с этими палочками. И помню, тогда настолько перелопали, что я их потом долго-долго видеть не могла. В общем, вот эти кукурузные палочки я увидела на разрез. Я просто впервые в жизни увидела такие крупные палочки. И тоже сколько-то там взвесила, вчера пришла, с молоком долбанула. Вот у меня тут еще осталось, наверное, на раз. И потом, конечно же, я затарилась кошачьим кормом. Тот маркетинговый ход, что мне тут сказали в лапшу на уши, когда я кастрировала кота, что типа не для рыбу котам, кошкам, кастрированным кошкам нельзя, котам этим стерилизованным нельзя рыбу. Но вот корм для рыб, с рыбой для кошек можно, ну в чем разница, вот рыбу вообще нельзя, да, нельзя кошке рыбу, все, сожрет кошка кастрированную рыбу и помрет. Ислам сразу, да, примет, коньки откинет сразу. Я же, ну хотя, если люди обижают на интернет-сленг, ладно, опустим этих людей, про них было сказано в видео про хейтеров. Короче говоря, корм я купила коту, он 32, что ли, 33 рубля он сейчас стоит, был 32. В общем, на выбор тут 3 пакетика по 400 грамм. Я как-то купила китика, там раньше был 400 грамм, сколько-то там рублей, допустим, 50, да? А теперь он стоит 50 тех же рублей, но там 350 грамм. Я что заметила, думаю, надо же, у меня пачка быстрее закончилась, чем обычно. А тут 400 грамм так и осталось. Тут сухой корм для кошек с рыбой. Потом с говядиной, с разными кошками, и с курицей. У меня еще стоит пол пакета подарочного за кастрацию корма, еще пол баночки этого обычного корма, там какого-то жидкого. Но суть такая, что вот, чтобы не ездить туда, он где-то там на другом конце города находится, это не с пинка так, не с руки ехать туда. И еще самый прикол, что вот сухой корм для кошек, я почитала там, вот, чисто для кошек, если котенок это съел, то стал кошкой. Без разницы, какого пола. Если кот съел, то тоже стал кошкой. Не, ну чисто так поржать, это вот маркетинговый ход. Не есть там, значит, это с рыбой нельзя. Нельзя ничего с рыбой. Нельзя рыбу есть, нельзя вообще рыбу есть. Где тут у нас корм с рыбой? Рыбу есть нельзя. Корм с рыбой можно. В общем, вот такое у меня видео, беглого такого обзора. Если вы досмотрели до конца, я надеюсь, моя